Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, добрый-добрый ночи. У кого какое время и у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивьена. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, дорогие мои гости канала, и здравствуйте те, кто первый раз зашел на этот канал. А каналов у нас два. Этот, Вивьена Эзотерика и Жизнь, и Ведунья Вивьена. Там уже серебряная кнопка. Все я здесь вам показываю, это в дар. Если вам нужно лично обратиться, то, пожалуйста, мои контакты в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Закрепленный комментарий – это первый комментарий, который вы видите, он мой. У меня стоят тайм-коды, кому не нравится слушать мои рассказки. Номер телефона нужно начинать вводить в WhatsApp или Viber. Сначала ставите плюс, а потом все цифры. Именно так. Потому что сначала ставится плюс, затем код страны, потом все цифры. То есть плюс 995-593-36-95-44. Я есть в Фейсбуке. Есть страница в Фейсбуке, есть группа в Фейсбуке, она также называется «Вивьена, эзотерика и жизнь». Также прошу вас поддержать мои видео в Яндекс.Эфире. Тоже прошу вас это сделать. В Яндексе, вот вы заходите в Яндекс.Эфир, и строка вверху «Найти» пишите большими буквами «Вивьена, эзотерика и жизнь». И сразу выходит моя страница. Смотрите, пожалуйста, там видео. Поддержите меня там, пожалуйста. Там есть видео, которые, возможно, многие из вас и даже и не видели. А сегодня я что хочу с вами рассмотреть. Эта тема была дана одной из подписчиц. Зачем я встретила его? Это моя судьба, то есть моя жизнь, или это моя ошибка? Возможно, стоит сказать ему уже нет и навсегда. Вот такой у нас будет расклад. Нас всегда интересует, когда мы начинаем отношения, они всегда яркие, такие прям вот фейерверк, все так хорошо. Мы себя показываем, какие мы пушистые, необыкновенные, мягкие, ласковые. Мужчина себя показывает, какой он петушок с таким красивым хвостом, переливающимся зеленым. Переливается прям как у павлина. А потом быт какие-то, мы начинаем друг другу притираться, начинаются какие-то недомолвки, распри, и мы начинаем спрашивать, а зачем я его встретила? Если даже мы разошлись, то спрашиваем, а почему это было? Почему потеряно время? Время не потеряно, если вы насильно не держали отношения лет по 20, по 30, по 40, а не стали идти своей жизнью. Если чувствовали, что у вас нет доверия, нет гармонии, вас оскорбляют, вас унижают, вы никто. Зачем терпеть? Ради детей вы своим детям делаете еще хуже, потому что они видят эту фальшь, они видят, что мужчина должен так поступать, я говорю со стороны женщины, в семье. И это же он будет передавать дальше, когда он женится или когда девочка выйдет замуж. Это установлено и факт, и много было научных изысканий. Девочки из семей, где мужчина, и вообще, где вообще основной мужчина был алкоголиком или наркоманом, где были драки, где были вот такие разборки, у этих девочек тоже не складывается судьба. Они тоже выходят замуж за таких вот алкоголиков, которые будут всегда манипулировать и будут эгоистически относиться к своей партнерше, потому что алкоголики и наркоманы – это самые страшные эгоисты. Только для них. Поэтому помните об этом. Не надо никого исправлять. Я исправлю его, он будет лучше. Ничего он не будет. Вот какой он есть, таким он и останется. Не будет. Он уже с определенными мужчинами, который к вам пришел, он с определенным фундаментом. Вы его не можете убрать. Никак. Если просто вы вначале не хотели замечать его недостатков, а потом стали замечать и не захотите принимать, то не сложатся гармоничные отношения. Вот наш король, это он,
А это вы, дама черви. Зачем я его встретила? Это моя судьба или моя ошибка? А может быть, сказать ему вообще нет? Вот посмотрим. Отодвигаем. Расклад общий. Я в основном делаю общие расклады, потому что это... Вот так подвинем, чтобы было видно. Потому что это правдивее, если сходится описание вас и его. Чем вы из вариантов, из нескольких пытаетесь выбрать, интуиция не сработала, у вас какие-то слезы, у вас нервотрепка, четко сработать не так. А потом вы начинаете этот вариант притягивать. Или наоборот, говорить, это все неправда, но это вы не выбрали неправильно. Поэтому общий расклад, он гармоничнее и динамичнее. Это так же, как будто вы пришли ко мне на сеанс. У меня действительно гипнотические расклады, я гипнотически воздействую на вас. Все мои подписчики, кто у меня подписан на двух каналах, у нас с вами незримая связь. Я это уже вам говорила, и мои подписчики, которые у меня были на приемах, они говорят, да, когда нам тяжело, просто выкрикиваем «Вивиена, помоги!» И приходит ответ на вопрос. И получается. Давайте будем смотреть. Сначала будем смотреть, кто он у нас сейчас, какой он у нас сейчас. Вот раз взяла вот эти карты. Я люблю всегда смотреть характеристику на картах Ленорман. И я действительно даю вам силу своим голосом. Я от вас беру энергию и отдаю ее тоже вам. И у вас меняется жизнь к лучшему. Помните об этом. И раз вы зашли сюда, значит, это не просто так. Значит, не просто так. Ничего случайного в жизни не бывает. Значит, именно сюда вас направили высшие силы. И вы что-то здесь узнаете то, что знать нужно именно вам. Со мной не могут контачить люди черные, люди завистливые и люди-вампиры. Со мной люди, те, которые идут к свету, и светлые. Вот так. Я действительно очень хорошо делаю чистки, открытие дорог, привлечение любимых в жизнь, исправлять вот эту ситуацию, где она была сломлена, находить ту точку. Пожалуйста, если вам надо, заказывайте предсказания, заказывайте различные ритуалы, ритуалы, которые не будут воздействовать злобно на другого человека. Ритуалы, которые нужны именно вам, и они помогут в вашей жизни. А на канале есть и ритуалы онлайн, и чистки. Но эти чистки, я вам еще раз говорю, они не снимут порчу до конца. Порчу снимает только мастер. Джаду снимает только мастер. Нусхи снимает только мастер. Ну, а теперь будем смотреть, какой он. Какой ты у нас на сегодняшний момент? Ух ты, что-то у него там замерзло. Ну, могу сказать, что с человеком, мы смотрим на мужчину, какой он на сегодняшний момент. На сегодняшний момент могу сказать, что в нем что-то все застыло. Как заморозилось, снежный такой у нас король. У него что-то вот, знаете, темные тучи над городом встали, немцы в атаку пошли. Куда-то все его вот это благородство, куда-то все оно заморозилось, потому что мысли все непонятные. Возможно, человек в пьяном состоянии тоже такое может быть. Все заморожено. Что сейчас у человека, мужчина? Смотрим его характеристику, подходит, смотрим дальше. Да, человек в каком-то ступоре. Вот он вышел. Вот он вышел, наш хороший человек, мужчина. У него что-то в ступоре, потому что у него не идут дела. У кого-то, может быть, сломалось транспортное средство или не идут командировки, как я говорю, полеты, дальнобойщики, это все что угодно. У человека застопорились дела. Нет движения вперед. Он стоит на месте, у него все заморозилось, он в каком-то коматозе таком находится. Это на сегодняшний момент. Что еще у нас с мужчиной? Какой у нас?
Ну, есть, конечно, женщина тут у нас, трудности с ней тоже. В общем, у человека какое-то коматозное состояние. Есть какая-то женщина, это может быть соперница, это может быть его, как я говорю, и мама, и жена, и кто угодно. Там тоже трудности, и там тоже стоим на перекрестке. У него, на данный момент у этого мужчины застопорились дела. И знаете, во всех направлениях. Если это вам подходит, понимаете, он может не показывать это, потому что он, видите, какой у нас такой вот прямо, я же вперед, а получается, что на одном месте топчется. Так, мы это отодвигаем, это у нас мужчина. Если вам все подошло, то, пожалуйста, смотрим дальше. Так, не хочу, чтобы карты было видно. То, пожалуйста, смотрим дальше. Какая вы на сегодняшний момент? Какая вы на сегодняшний момент? Ой, у вас тоже что-то тяжеловатенько. Ну вот я не знаю, что вообще. Знаете, у некоторых выйдет, что действительно сейчас идет что-то тоже очень тяжеловато на душе. И вы хотите что-то получить для себя, но как-то тоже не очень все идет. Тяжело у вас на душе. Вот как будто крысы что-то поели. И одни обглодыши. А с другой стороны, здесь именно выйдут женщины силы, которые вдруг поняли. Крысы крысами. Я этих крыс... Помните, я вам давала ритуал, методику, как убрать вот эти привязки, чтобы не думать о человеке. Вот тут как будто эти крысы, пусть от меня отойдут. И женщина обладает силой. Некоторые магически могут, методиками разными, могут это преодолеть. Но вы знаете, какая? Вы как гранит. Вас грызи, не грызи, не догрызешь. Не прогрызешь. Стойкая такая женщина, но которая не показывает свою вот «я такой, какой баба-мужик». Нет. Здесь женщина, которая внутренне стойкая. Вот вы какая. Что вы? А вы хотите пойти по новому пути. Вот вышел этот мужчина. Вы еще боль у вас есть, и он вас привлекает, и сексуально привлекает, но знаете, вы его от себя уже отворачиваете. Вы хотите нового пути. Новый путь хотите. Вы какая? А знаете, а вы помудрили. Вы какая? Вот знаете, с одной стороны на вас посмотришь, ой, такая девочка с бантиками, с косичками, но которая может и обжечь языком, и мудростью своей сломить. Вот такая вы. Интересно, хочу еще одну карту. Знаете, и что-то у вас тоже. Вот понимаете, вы как-то чем-то похожи с этим мужчиной, про которого спрашиваете. У него почему-то какой-то холод. И у вас какой-то холод. Вот как будто давили. И вы сказали, нет, я пока в панцире этом ледяном закроюсь и ото всех отодвинусь, а потом подумаю, а солнцем потом отогрею, потому что вы есть это солнце. Ну, а теперь будем делать расклад. Подвину карты туда. Там место есть, пожалуйста, подвину, чтобы нам было удобно смотреть. Этот ваш мужчина, вот пусть он будет видно его и понятно нам будет. Вот видите, рядом солнце вышло. Так. А теперь начнем смотреть, зачем я его встретила. Если вам подходит характеристика его, характеристика ваша, то теперь будем рассматривать вопрос, а зачем вы его встретили? Судьба это ваша или ваша ошибка? Давайте посмотрим, для чего вы его встретили. Для чего вы встретили этого человека? Мужчины, можете тоже смотреть, интерпретируйте под себя. Зачем вы его встретили? Ох, ну вот мужчина-то. Зачем вы его встретили? Вот знаете, здесь так идет, зачем вы его встретили?
Вот встретились, чтобы понять, что мужчины бывают разные, что мужчины бывают лживые, что треугольники существуют, и что все, что бла-бла-бла, это фальшь. А вы так хотели этой радости, этой взаимности и счастья. Зачем вы его встретили? Вы встретили этого человека, у кого-то это брак, но здесь я вижу, просто идет на разрушение какое-то. У кого-то это брак, у кого-то отношения. Зачем вы его встретили? Вы встретили его, чтобы... Вот то, что... Я извиняюсь, у нас с ним стучат и стучат соседи. Лето, ремонт, хоть потише, но все равно стучат. Зачем вы его встретили? Вы встретили, чтобы понять вот те догмы, которые те сказки про соль вам рассказывали в детстве, о том, что... Алые паруса, и он приедет, о верности, вот это вы, вот для того вы встретились, чтобы понять, какие отношения между мужчиной и женщиной, чтобы познать любовь. Чтобы познать, какая вы, да, маленькая девочка с косичками, и с этим мужчиной вы ощущали себя этой маленькой девочкой с косичками. Зачем вы его встретили? Так, видно здесь, видно. Зачем вы его встретили? Ух! А встретили вы этого человека для того, чтобы набраться силы, могущественной силы, чтобы узнать, что мужчины бывают такие, которые то в один огородик петушок, наш золотой гребешок, то в другой огородик. Но это дало вам силы, внутренние силы. Не люблю слово «судьба», но вот такую тему дали, потому что судьбу мы строим сами, своими поступками, своими движениями. Мы изменяем веточки и листики на дереве. Мы не можем изменить ствол и корни. Так, судьба ли вы? Вот понимаете, зачем вы встретили? Идет, что вы узнали, что такое фальши и иллюзии. Вы узнали, что такое розовые очки и когда их нужно снять. Вам дан этот был человек, чтобы познать вот эту силу любви. Вы любили страстно. Я могу сказать, у мужчины тоже чувства. Но мы спрашиваем сегодня о другом. Мы спрашиваем, зачем вы его встретили, чтобы стать сильнейшей. Кто-то действительно начнет заниматься магией для того, чтобы получить себе благо. Это не, я не относится ни к приворотам, ни к отворотам. Это относится, чтобы проложить себе путь, надо научиться магически воздействовать на жизнь. И это очень помогает. Хорошо, зачем вы встретили? Судьба это ваша. Тут вы познали треугольник. Тут вы познали треугольник, сопротивление. И вот понимаете, вот спрашиваю, зачем вы встретили судьба. Вот понимаете, вы столько много терпели с ним, и треугольники, другие женщины или других женщин, или третьих лиц, которые мешали, что у вас уже больше нету сил тащить, это же все надо тащить на себе. Вы уже стали сопротивляться этому, вы уже это не хотите. А для чего? Да, он дан вам был по жизни, чтобы вы познали, что есть такие мужчины. Чтобы познали вот истинную силу любви, которую вы отдавали своим сердцем, а вам почему-то бросали кинжалы под ноги. Судьба ли ваша и зачем встретили? Да, этот человек не просто так появился в вашей жизни, но здесь действительно у вас... Человек появился не случайно, возможно, у некоторых будет кармическая встреча из прошлой жизни, из прошлых воплощений. Но здесь вы познали разбитое сердце и качели, когда человек не принимает решения. Но разбитое сердце не только у вас, у него тоже, потому что он находится в ступоре, абсолютном ступоре, что не знает, как быть. Зачем вы встретили его? Ух ты, ну тут невозможно было остановить, тут у многих кармические отношения, но тут уже
Зачем вы встретили его? Чтобы познать, что такое мужчина, который приходит по страсти. Дьявол, тут невозможно было ничего изменить. Но тут действительно тащить уже не в моготу. Вы как будто тащили-тащили, и не в моготу. Но не в моготу, да, он такой самец, альфа-самец, такой у него жезл, да, какие у него сапожки, посмотрите, как он излучает. Ух ты, я все освещаю, а вы уже устали это тащить на себе. И это неизбежность, этот человек пришел неизбежно к вам. Человек пришел к вам, потому что так было надо Вселенной. И да, показать вам, что есть качели, что разбитое сердце, что такие мужчины есть, которые... Тут мужчина очень любит женщин, но у него вот такое ощущение, что ему что-то вот делают, или у него такой ступор в жизни, ступор. Ну, должен же отвечать, сколько ж можно было по бабенкам-то бегать-то. Но ваша встреча, одну могу сказать, по дьяволу, она была неизбежна. Вот вы должны, это тут прям как раздирает, прям аж все это... Уф. Ну, конечно. Тут была, конечно, и, может быть, у кого-то и есть любовь, но вот все, вот понимаете, вот с одной стороны вы думаете, все потухло, все погасло. Нет, у мужчины тоже есть чувства. Вы, может быть, друг от друга отдалились и не видите выхода как такового. Здесь какой-то, вот знаете, обычно пятерка, вот эта карта показывает, что материальное что-то не так, еще что-то, а вы духовно как-то отстранились друг от друга и не видите выхода. А на самом деле и у человека есть чувства, и у вас, вы для того и встретились. Это же чувства, истинные чувства. Золотой Таро, молодец. Судьба ли вы, для чего встретились? У мужчины, могу сказать, чувства есть и до сих пор. Мужчина пытается принять решение, но пока не может. Вы для него как недосягаемая звезда. Понимаете, он столкнулся с такой женщиной, которая, вот понимаете, действительно звезда на небе. Она светит, но до нее ни на одной ракете быстро-быстро не долетишь. То, что у мужчины чувства есть, мужчина сейчас думает, что как-то он какие-то предпримет решения, но он пока не может. И это вы не просто так встретились. Ответить вам нет или нет, или сказать да, или пытаться что-то восстанавливать, или пытаться идти на компромисс, ну, вам, я смотрю. Ну да, тут надо, тут есть, тут надо. Вот у кого вышло, кто смотрит, выбор, конечно, за вами. Но здесь идет такое, что и мужчина начнет, может быть, с него надо чистить его, и, может быть, и вас чищать, потому что здесь действительно идет воздействие, какой-то туман в голове. Здесь идет борьба. Вот здесь хотите вы, пожалуйста, если вы та женщина, которая действительно дама монет, она та дама, которая знает, чего она добивается. И здесь идет разрешение вопросов, вперед движение. И движение не просто так сижу и буду ждать. Нет, здесь нужно действовать. Это уже ваше дело, как вы будете. Но здесь мужчина идет, потому он должен был прийти в вашу жизнь. Должен был прийти в вашу жизнь. Давайте еще смотреть, ошибка ли. Ну, у кого отношения еще до конца не закончены, то есть они еще, ну, здесь идет, знаете, медленное, но верное разрушение. Вот рушит кто-то. Но привязка есть, он без вас не может. Даже те, кто уже разошлись, и уже вот все, как казалось бы, все, буду забывать, это мне не нужно, это моя ошибка, никакой ошибки не было, это нужно было вам пройти. У вас друг к другу привязка, и мужчина хочет вас, и вы его. Хотя уже столько уже мостов сожжено. То притянется, то оттянется, тут действительно качели. Хорошо, что дальше будем смотреть? Я могу сказать, что мужчина, ой-ой-ой, знаете,
чувства у вас и к нему остались, и у него остались к вам. Вот чувства такие, что это тот мужчина, с которым бы я дом построила, чтобы все было у нас там, как в раю. Я буду давать любовь, он мне тоже будет давать любовь. Но здесь мужчина, не умеющий как-то, вот знаете, принимать решения. Вот у него все качаемся, качаемся, то на качельках качаемся, то на весах качаемся. А вы-то, этот мужчина не просто так пришел к вам, очень даже не просто. Что могу сказать, что да, у вас сейчас судьба ли судьба, у вас сейчас депрессия, боль, вам тяжело, и кажется, что все мечи в вас воткнулись, но это временно. Нужно просто встать и их все оттуда вытащить. И вы встаете. Да, трудно принять решение. Но решение-то вы не видите. Вот понимаете, вы не просто так встретили этого человека. Вы просто на данный момент не видите, что еще один кубок есть. Он полный. Его надо испить и вам, и ему. Здесь идет, конечно, урок, чтобы вы очень многое чего поняли из этих отношений, что есть фальшь, что есть треугольники, что мужчины, самцы, я вам говорю нормальными словами, самцы, у них другие цели. Женщина встречается с мужчиной, начинает встречу, и она сразу думает о длительных отношениях. Мужчина при начале знакомства о длительных отношениях не думает. Он просто знакомится, потому что он самец. Ему же надо. Продолжение должно быть. Но здесь действительно боль, здесь очень много боли в этих отношениях. Но давайте посмотрим, хорошо, про боль мы посмотрели. А давайте посмотрим. Вот это не просто так, это действительно вам Вселенная дала эти отношения. А давайте теперь посмотрим, что вам, не то что предпринимать. Ну давайте, что вам предпринимать. Ух ты, мухты. А у вас другой мужчина, вот тебе и все. И этот мужчина был не просто так, а у вас идет... И завертится колесо фортуны, и придет новый мужчина. Вам предпринимать, принять другое предложение другого мужчины. Не хотите, вот у вас есть, у вас как дуэль. Хотите, добивайтесь этого, а у вас по фортуне идет другое. Что вам предпринять? Что вам предпринять? Знаете, что вам говорится? Решение только за вами. И только вы себе сделаете праздник судьбы. Праздник радости и материального, и вот подарок судьбы. Вас ждет подарок судьбы. Вот идет новый мужчина, этот подарок судьбы. А вот этот вот мужчина, который вот, на которого мы смотрим, знаете, ну хотите его чистите, добивайтесь. И он опять отстранит вас от той другой встречи, потому что этот мужчина был дан для того, чтобы свершилась другая встреча. Встреча судьбоносная с настоящим мужчиной, который как праздник ворвется в вашу жизнь для любви, для материальных благ. Давайте еще посмотрим. Да, и чтобы вы стали такой вот, как императрица. Больше не буду даже выкладывать, не хочу даже другие карты выкладывать, потому что расклад закончился действительно очень гармонично. Выбор за вами. Или лить слезы и думать, где там этот кубок, или отстраниться, познать, что эти отношения были очень большим уроком, и принять новое. И принять это новое. Замечательные карты, которым закончился расклад. Мои царицы, императрицы, счастья вам, радости, взаимной любви. Научитесь принимать мужчин, миром правят мужчины. Запомните это. У мужчины на первом месте карьера и деньги. Так оно вот так сложилось. И если вы хотите быть с мужчиной вместе, принимайте его такой, какой он есть. Мужчина не будет действовать по вашим правилам, потому что так устроен мир. Мужчины считают себя императорами, они самцы.
Я понимаю, что многим сейчас эта моя речь не понравится. Кто не хочет, не принимайте, живите для себя, начинайте бизнес, идите вперед. И будет радость. И вам придет эта радость. Радость нового мужчины. Этот мужчина будет совершенно другой. Этот мужчина будет знать, что ему делать. Знать, как это. И он тоже будет сам. Он будет сам. И это будет как подарок вам. Вот такой у нас был сегодня расклад. Зачем я его встретила? И здесь вот в этом раскладе, тут да, выбор. Вы можете сказать «нет» и быть с кинжалами в вашем сердце. То есть наоборот, сказать ему «да» и бороться за него, или сказать «нет», и у вас приходит новая жизнь. Новая врывается в вашу жизнь. Пока-пока, с вами была Вивьена, до новых встреч, пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.